Зрительный зал театра «Наш дом» на время стал частью театральных декораций. Здесь впервые встретятся герои нового спектакля режиссера Сергея Постного «С любовью, Д.Е.». Два пожилых человека, уже которым за 70, встречались на могиле женщины, которая одна из них является официальной женой его, Давида, а вторая когда-то была, ну, вот они, в общем, дружили в молодости 50 лет назад. Вот. И вообще там много достаточно таких философских вопросов, что такое любовь, как ее правильно прожить, эту нашу жизнь, и чем это все может закончиться. В основе спектакля воспоминания двух людей. Попытки выяснить, что их связывало с умершей, выливаются в рассуждения о жизни, любви и смерти. Ну, он мне близок к возрасту вообще, как бы, да, вот когда он говорит там, что очень мало осталось уже в этой жизни, надо как-то подвести какие-то итоги и понять, правильно ты жил, неправильно. Ну, вот я сейчас просто говорю, получается какая-то такая немножечко драматическая очень ситуация. Нет, она довольно смешная в действительности. Надо как-то вот над собой в этой ситуации смеяться, и тогда становится легче. Премьера спектакля состоится уже в эти выходные, 14 и 15 декабря. Оценить трогательную философскую драму можно в театре «Наш дом».